Всем привет! Меня зовут Алиса. Меня зовут Настя. Мы ученицы курса С. В этом году я проходила его в Тиндинском вузе. Я проходила курс в Хлудянском университете в городе Харбин. Сначала мы бы хотели вам рассказать чуть побольше о кампусе, о территории, где проходили наши занятия. Университет был не очень большой, на территории нашего университета было 3 столовые, 4 учебных здания, 2 общаги для иностранных студентов. Все мои предметы проходили в здании рядом с общагой, то есть нам надо было пройти около 5 минут. Это достаточно удобно. Это было, знаешь, это вроде бы вот как у вас это было, ты спускался на первый этаж, весь сонный, нас мы должны были пройти. Тебя это пробуждало? Да, мне это пробуждало. Мы ушли по территории университета до здания, где мы учились, поднимались на 3-й этаж по лестнице, чтобы проснуться перед началом пар. Так что у меня был какой-то более ленивый вариант, потому что кабинеты, где я училась, были на первом этаже, я жила на втором. Поэтому и начало в 11 утра, ты мог проснуться в 10:59, упасть на первый этаж, и как бы все, ты начинал учиться. Наверное, это было удобно, когда была плохая погода, были дожди, потому что нам приходилось идти с зонтиком, с учебниками. Перебежками. Да, перебежками через лужи, потому что в Китае небольшие проблемы с ливневками, как мы выяснили, и когда был дождь... У нас весь июль были ливни, в принципе. Да, у нас тоже было несколько дней, да, дожди. На территории был красивый пруд, фонтан, и подсветка. И каждый вечер туда сходились парочки из университета, сидели, разговаривали, просто отдыхали, да. У нас, кстати, было очень много работников с семьями, то есть постоянно пожилые дети, но учеников уже не было, потому что я приехала только к концу июля, и вот только кто учился на IFP, и уже к концу приезжали потихоньку китайцы. То есть мы вообще одни были на всей этой большой-большой территории. Да, у нас курс начался 5 июня, но приехали мы в университет только 26-го. Как раз у всех китайцев закончился учебный год, и они готовились уезжать уже на летние каникулы. Вот, и когда мы приехали, мы застали еще немножко, какой-то короткий период времени у нас в университете еще были люди, у нас работала столовая большая, у нас работали магазинчики в нашем университете. У нас был круглосуточный, и он работал, пока были китайцы, пока не начались летние каникулы, да. Потом, когда все китайцы уехали, у нас на всей большой территории нашего университета было только 7 иностранцев, которые были у меня в группе, и пару ребят из бакалавриата, которые вот как раз тоже приехали в Китай учиться. И я и Настя проходили курс С на гуманитарной специальности. У нас были похожие предметы, у нас было похожее расписание, но я училась с 8:30 до 5 часов вечера. Я с 11 утра до 5 вечера. Странно в целом, но содержание курса одно. Всегда есть как общий китайский и далее предметы, которые работают на восприятие аудирования, больших текстов, какие-то культурные аспекты в целом. И дальше уже чисто гуманитарный учебник. Но в целом я скажу, что даже сейчас на предмете тоже обычного китайского встречаются темы и вся лексика, которая была на IFP, пригодилась. Это уже дает тебе какую-то базу дальше, с которой ты работаешь здесь. Еще хотела добавить, что в целом все предметы, еще когда я была на онлайн, проходятся в динтоке. Все совещания, все домашние задания, все выкладывается в динток. Некоторые учителя ставили дедлайны. То есть у вас вообще никаких не было? У нас были дедлайны, но они были условные. Дедлайны к уроку будет готов уже. Да. Будет готов к уроку. Некоторые домашние задания мы присылали в динтолке, но опять же, мы не соблюдали дедлайны, и как-то учителя нам не говорили о том, что вот ты не сдал домашнего. У нас рядом учились технари, им вообще не давали никакие дедлайны, но у нас каждый день 10 вечера. То есть ты отучился, чуть-чуть отдохнул, все идешь сразу делать, потому что объемы достаточно большие, то есть это были сочинения часто, и ты к 10 должен уже все сдать, и это было очень важно. В целом у нас часто немножко давили с дисциплиной, с опозданием, с присутствием, то, что это все сильно влияет. Но мне кажется, если это не баллы, то это как минимум отношение учителя всегда. То есть ты должен строить
все это на уважение, потому что в целом учителя понимающие. Все экзамены у нас проходили тоже на платформе DeepTalk. Но на онлайн-экзамен проходил с двумя камерами. Ты на ноутбуке, например, пишешь тест, с телефона у тебя рядом стоит, чтобы было видно твои руки, стол, все должно просматриваться. Уровень экзаменов в основном соответствовал тому, что мы проходили. Но вот был тот первый пробный. Да, мне кажется, он как раз на то и пробный. Да, пробный экзамен почему-то, мне кажется, выбил нас всех из колеи в тот момент. Все же паниковали, как будто он отличался очень сильно по содержанию, и все думали, что все, дальше все будет завальнее и завальнее. Но все хорошо, все хорошо. То есть, если вы учите учебник, прям можно даже тексты выделять, все, это будет на экзамене. Потому что у вас же потом был с открытой книгой. Да, у нас был с открытой книгой. Но вот знаешь, вот по поводу того, что учите учебники, учить тексты, я хотела тоже добавить. У нас на экзамене были некоторые задания, прям вот какие-то абзацы определенные из текста, который мы читали на уроках. Mm-hmm. Надо было там ставить определенные слова. Да, и да. За это я безумно благодарна учителям. Они заставляли нас на уроках учить эти тексты наизусть. Все. Mm-hmm. И ты уже знала. Каждый абзац, да. Я знала все тексты из учебников наизусть, и это мне безумно помогло, потому что на экзамене я делала это задание, ну, секунд за 30, наверное. Я знала, какое слово надо вставить, я даже не думала. Я думаю, навык, который у меня появился тоже именно из IFP, это чтение иероглифов. То есть у нас был такой дотошный учитель, который придирался к чтению. То есть даже если ты не знаешь значения, он всегда просил догадываться, пытаться понять. Это очень развивает какую-то интуицию. То, что там какой-то знакомый ключ, графема, какое-то общее значение. На самом деле, если постараться, всегда можно понять из контекста вот самого иероглифа, чтобы ты читал и не запинался. Даже можно предположить, ты можешь из иероглифов с похожими вот внешним видом понять, как это читать. Вот, наверное, это был очень полезный навык, потому что у меня были проблемы с чтением, то, что много незнакомых слов, и я могла там запинаться каждое предложение. Но потом вот ты как-то становишься быстрее, и уже как-то, да, повышается твой уровень вместе с этим. Период у нас прошел гладко, и без всяких отчуждений, отторжений Китая. А летела ты одна? Да, нет, я летела с ребятами. Ну, круто. Да, я летела с ребятами, мне было в этом плане тоже легче. Я из профильного класса 7 в Москве, поэтому изначально я знала, что в какой бы город я ни поехала в Китае на курс С, везде были бы ребята, с которыми я училась, которых я знала. И я понимала, что если мне понадобится помощь, я всегда могу обратиться к кому-то из ребят, из своих знакомых. И в этом плане мне, конечно, было полегче. Ты летела одна. Я летела одна, да. Но то, что хорошо, еще до того, как я вылетела, агенты CCN, они мне давали просто контакты. Там, вот этот человек, он летел, как ты, а этот человек там с таким же куратором, как ты. То есть они тебя сразу к кому-то привязывают, mm-hmm. у тебя уже хоть есть кому написать. И в целом создавалось много групп в Телеграме и ВК. Я уже начинала писать людям, кто был с моей специальности, даже тоже, кто приезжал. Поэтому ты как-то, да, не чувствуешь себя выброшенным одним в Китай, хотя вот первое время чувствуешь такую сильную зависимость от людей, пока у тебя нет сим-карты, банковской карты, вообще ничего, надо, думаю, сильно социализироваться. Это в целом такая вещь в Китае, что если ты такой стеснительный, застенчивый, у тебя ничего не будет делаться, потому что здесь очень много на общении, на коммуникации с русскими, с иностранцами, с кем угодно, потому что одному сложно разобраться, это и в своей стране документы, это зачастую такой сложный накладный процесс, и здесь, чтобы кто-то тебя там в первые дни буквально там за руку отвел в какой-нибудь офис, банк. Да. Это очень-очень помогает. Когда мы только приехали в Харбин, мы сразу нашли ребят, соседей по комнате, соседей по этажу, которые... Мы вот подошли к ним просто молящими глазами, чтобы они помогли нам оформить банковскую карту, оформить сим-карту, купить страховку, чтобы они рассказали нам, где магазин, где купить продукты, где купить какую-то бытовую химию. Потому что лично я летела в Китай первый раз, и я понятия не имела вообще, к чему готовиться, что где покупать, как тут все оплачивается, WeChat, Alipay. Для меня это был все вообще темный лес. Я не знала, как тут оформляются карты, куда идти.
какой офис банка, потому что вокруг университета было очень много разных банков. Или условия, везде да, у них свои. Мы пошли, мы пришли в Джунгуэнхан, и нас, нам сказали, что мы не можем оформить там карту, потому что у нас... Учет в кредит, в налоговый где-то нужен. Нет, нам сказали, что у нас визы X2, и мы не можем оформить карту, поэтому мы ходили по всем соседним банкам. Без карты вообще было невозможно, и я очень благодарна ребятам, которые были в нашем университете, которые также были на курсе А, на курсе С, вот, и все всегда помогали нам, помогали решать наши вопросы. Это было безумно ценно, и за это тоже благодарна Сисен, что они вырастили такую комьюнити, да, ребят, которые помогают друг другу вообще в любой момент. Я еще думала, чего я офигевала в первое время, и, честно, для меня это были приложения. Потому что у нас были кофейни, где вот перед тобой стоит живой человек, но ты только с приложением можешь что-то заказать, и тебе этот живой человек это даст. Сказать нельзя, то есть только приложение. Стиралки — приложение, карты — приложение, вход-выход — приложение. То есть я к этому не привыкла. Другие люди тоже тебе могут помочь, там, где-то можно язык поменять, настройки подкрутить, и вот это все начинает работать. Но ты тоже сам один с этим не разберешься. Сам я бы, на самом деле, сделала еще отдельный материал по приложениям для Китая. Потому это что точно. Какие карты работают, какие там тоже Alipay, WeChat, что как настроить, как привязать карту, очень актуально. Потому что, опять же, здесь это все друзья друзей, все узнается. На самом деле, мне кажется, в любом городе, в любом университете всегда найдется человек, иностранец, который, он понимает, что он пережил такие же проблемы, такой же стресс, когда только приехал в университет. Когда приезжают какие-то другие новые иностранцы, даже сейчас сюда, в Шанхайский университет, мы всегда готовы только с распростертыми объятиями их принять, помочь им оформить все документы, разобраться во всех вот этих приложениях и так далее, потому что мы понимаем, что мы тоже это пережили, это тоже было сложно поначалу. Думаю, даже в следующем году, когда будут прибывать, первый год, все, да, мы да. сразу о них позаботимся, маленькие, хорошие. Да, да. Как им повезло. Но мне кажется, это в целом вот все иностранцы здесь как-то цепляются друг за друга и понимают вот эти проблемы и сложности. И на самом деле там русские, неважно, просто кто из CCN, ты можешь цепляться за людей, потом ты можешь на них положиться. То есть все реально открыты, готовы тебе совсем помочь. И очень редко, на самом деле, тебе кто-то откажет. Потому что ты там поможешь сейчас с банком, потом помогут тебе. То есть это все вот так и строится. Мы хотели отметить, что важно помнить, зачем вы едете, в принципе, на курс С, потому что, ну, все-таки это какая-то подготовка к университету, и сам вот этот период в Китае, в университете с учителями, китайцами, носителями, он все-таки помогает адаптироваться, помогает привыкнуть к этому ритму жизни, к университету, к университетской жизни. Потому что это уже не школа. Да, это уже не совсем школа, и надо серьезнее относиться и к сдаче домашки, и к посещению. Так что... Ну да, в целом многое про ответственность, и это учит, как бы, еще в такой в комфортной зоне начинать распределять и финансы, и такой тайм-менеджмент. То есть все навыки, которые вы как-то упустили у себя дома, тебя потихоньку приучают, но еще в такой, да, комфортной среде, где, если что, помогут, поймут. Потому что, да, в институте ты уже должен быть совсем готов, приучен к этим всем аспектам. Конечно, кураторы CCN всегда на связи, и, в принципе, они готовы помочь, подсказать, что, где и как. Благодарность всем кураторам CCN, которые были всегда с нами на связи. Они помогали нам решать вопросы с визой, и первое время мы, когда приехали только на курс С, мы немножко приболели, и нам помогали тоже сходить в больницу, в аптеку, и, в принципе, нас всегда были с нами на связи, всегда были рядом. И мы не чувствовали себя какими-то брошенными в другой чужой стране. Спасибо.